Катюша кроватка мала, и дверца у шкафа отваливается. А я уже решил. Берем хорошую детскую. Кредиты на доверие. Вузбанк. 48-97-97. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Кристина Жгенти. Спонсор прогноза ОАО «Вузбанк». «Вузбанк», приходите, обсудим вашу проблему, дадим денег в долг, выдаем деньги после беседы. А теперь о погоде. Во вторник из Сибири к Уралу направится антициклон, так что облаков будет немного и вероятность осадков невелика. Но в такой ситуации мороз усилится и температурный режим окажется немного холоднее нормы. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени без осадков. Температура днем -13, -16. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 0,5 метров в секунду. Температура воздуха -25, -27. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха -16, -18. Атмосферное давление будет слабо расти. 7 февраля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго!